Люберчане создали аллею городов-героев. На улице Южная появился целый сквер. Здесь каждое дерево символизирует героический подвиг советского народа. Подробности у Луизы Егиазарян. В конце апреля жители дома 21 по улице Южной присоединились к общей областной акции «Лес Победы». Посадить деревья, символизирующие подвиг дедов, они решили у себя под окнами. 23 саженца декоративной туи украсили придомовую территорию. А к 9 мая предприимчивые люди решили установить около деревьев таблички с названиями городов-героев. В итоге получилась целая аллея. 13 городов, которые прославились героической обороной во время Великой Отечественной войны, выстроены в той же очередности, как в мемориале у Кремлевской стены. Это добровольное дело. А вот три подъезда, за что им огромное спасибо, что поддержали мою инициативу, Андрея Юрьевича Воробьева. И вот сделали вот такую аллею. По словам жителей, вся эта работа проводится прежде всего для подрастающего поколения. Около дома инициаторы патриотического движения установили табличку «Детям о победе». В самодельной книге собраны рассказы о войне, предназначенные для детского чтения. Петр Алексеев, 100 рассказов о войне. Очень хорошая книжка, она подписана. Очень хорошо она объясняет детям, очень доходчиво, не сухим языком. Смотрят, интересуются, читают. В окошко наблюдаем, радуемся. На этом идеи местных жителей не исчерпаны. В дальнейшем они планируют украшать свой двор другими интересными элементами. А их патриотический проект участвует в губернаторской премии «Наше Подмосковье». Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.